потом Андрей. Я хотел бы сказать, что касается внешнеполитической и внутриполитической, она как бы направлена и вовне, и вовнутрь. И, кстати, она направлена на жителей тех регионов Украины, где гораздо выше телесмотрение российских каналов. Вот эта вот пропаганда, она делается абсолютно по образцам, по лекалам Геббельса. Я вас уверяю, это не фигура речи. У руководства пропагандистских телевизионных служб государства российского стоят люди, которые очень хорошо знают уроки Геббельса и часто любят на него в частных разговорах ссылаться. Типа, знаете, чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить. А что касается прокуратуры, вот вы знаете, извините за то, что я, может быть, апеллирую к российскому опыту, но вот в августе 91 года, когда была попытка, когда еще был Советский Союз и была попытка путча ГКЧП, вот Ельцин как действовал, с него надо брать пример. Он штамповал и тиражировал в общественном мнении простые, понятные указы. Людей, захвативших власть или попытавшихся захватить власть, объявить вне закона. Все граждане, которые могут знать их нахождение, там, помогайте их задержать и выдать, да? Вот так надо, понимаете? Вот объявить этого самого Гоблина, или как там его кличка погоняла, как говорится, вне закона. И призывать граждан там за хорошие деньги и выдать его в руки правосудия. В конце концов, где украинские, черт возьми, спецслужбы? Взять и выкрасть его, да? И привезти там в кандалах и без погон, как говорил один герой одного телефильма, да, вот куда-нибудь в Киев. Давайте.